the pain of heart, for the pain of heart, for the pain of heart. Вот этот мяч, судя по всему. А передачи низкие идут. Как птички перед дождем. Добрёйна. На дальний угол. Вратарский пас. Там Отаменди еще не... Путь из этих угловых выжимать. Предшественников выжимал маловато, честно говоря. Хорош. 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 Великолепно. Хай класс. Но если вот пароль такой... знал маневр партнера. Требуется время. А вот посмотрите, какой гол забивают. Хозяева Фернандиньо. Ой, удар какой хороший, а? Плотный, сильный. Кевин Дебрюйн как борется, как прекрасно сыграл. И точный пас нужен налево. Оттуда включение Навито. Наступает на мяч. Чуть тормозит, приходит в штрафную. Давид Сильва. Пауза, передача назад. Бьет Дебрюйн мимо. Как это можно? Судья показывает на угол поля. Мол... Бекхам. Кстати, Отаменди сейчас. Сильва, и какое пространство перед ним. Громадное просто. Но сразу не хочет он отдавать на фланг. Одним пасом, да. Он пас. Он уже не желает. Не привык. Это не про него. Дебрюйн. Великолепная подача. Одна другой краше. И мяч еще едва покинул пределы штрафной. Удар Налита. Высоко. Неплохо, кстати. И подача неплоха. И гол ответный. Вот где его взять-то. И, кстати, если уж совсем по тренеру... Бить третий не стремится. Понимая, что рано или поздно моменты все равно будут возникать. Агуэра. Под левый мяч. Удар в ближний. Штангу попадает сверху Агуэра. Насри. Агуэра. Самир Насри. Ворота пустые, добить некому. Добрёйна. Сильва, и мяч под левый до ворот 20 метров. Нет, пас на Рахима Стерлинга, а тот бьет ближний угол и не по... Нандиньо сразу. Вот тут именно сразу. Это лучше, потому что уверенно доводил. Нет, просил пас Сабалета, но по-другому решает Дебрёйн. Удар Давида Сильвы. Штанга спасает ворота Вестхэма. Сейчас Насри уже очень хорошо вывел Сильву. Давича было наоборот. Опять Сильва. Рахим Стерлинг. Обыгрывает вратаря. Офсайда нет. И забивает второй свой гол. Рахим Стерлинг тут уже без сомнений.